Мы хотим исполнить гимн на слова Евгения Кифоровича Пушкова. Произведение называется «Призыв». Опять надвигается туча с грозой, уж слышатся грома раскаты. О, брат мой, идущий тернистой стезей, готов меч духовный и латы. Здесь на земле отдыхать не дано, а то подкрадется беспечность. Страдать и сражаться святым суждено, их отдых блаженная вечность. Решайся и к пастырю доброму верь, заветь с ним вступить нужно срочно. Он скоро откроет небесную дверь, победа за ним, это точно. В строй тем, кто сражаться с неправдой готов, вставай поскорей, добрый воин, иди за Христом, зная пастыря зов, весть правды нести удостоен. Решайся и к пастырю доброму верь, завет с ним вступить нужно срочно. Он скоро откроет небесную дверь, победа за ним, это точно. Опасен тернист, но ты не страшись ноши крестной, душою и сердцем будь искренен чист, всею всегда Божь небесный. Решайся и к пастырю доброму верь, завет с ним вступить нужно срочно. Он скоро откроет небесную дверь, победа за ним, это точно, это точно. Он скоро откроет небесную дверь, победа. Yeah.